Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Samsung Galaxy F22, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне настроить вибрацию, как ее включить, выключить, изменить мелодию, да и другие интересные всякие вещички. И для этого нам надо зайти в настройки. В настройках нашего телефона выбираем пункт «Звуки и вибрация», где у нас есть очень много разных настроек вибрации. Во-первых, это вибрация во время звонка. Во-вторых, это тип вибрации при вызове и тип вибрации для уведомления. В-третьих, в пункте «Вибрация. Системные звуки» мы можем настроить вибрацию во время сенсорного ввода, набора на клавиатуре номера, когда вы печатаете, когда хотите кому-то звонить, во время жестов, во время зарядки и во время печатания на клавиатуре Samsung. А на этом мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!